То, что происходит в Армении, является следствием некомпетентного управления и капитуляции властей. В таких случаях власти должны уйти. Если не будет серьезных шагов, капитуляция 9 ноября продолжится. Это общепризнанный принцип. Пока эта политическая сила находится у власти, возможна любая катастрофа. Об этом в программе «Прессинг» сказал бывший спикер Национального собрания, доктор политических наук Тигран Тарасян. То, что Алиев хочет от властей Армении, понятно. И никто не может сказать, что завтра они не захотят чего-то другого. Алиев шаг за шагом делает то, что хочет. Нельзя управлять таким государством. Надо разрушить это государство. Единственное предупреждение, которое должно быть сделано населению Армении, это то, что люди должны серьезно задуматься. В 2018 году, собрав людей у здания Национального собрания, депутатов заставили проголосовать за Пашиняна. Легитимное правительство так не формируют. Если мы не предпримем правильных шагов, страна выйдет из-под контроля. Жаль, что люди уезжают из Армении. Я не могу винить этих людей. Но те, кто покидает Армению, должны понимать, что у них есть только одна родина – Армения. Не можно любить свою родину издалека. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.